Одной из главных тем обсуждения в России остается погода. Точнее, те сюрпризы, которые она преподносит за 3 недели до лета. Кадры из Смоленской области, например, выглядят так, словно их снимали в декабре. Число аварий там резко возросло. Многие уже переобули машины и к заморозкам, и сугробам в мае оказались не готовы. Тормозной путь даже при небольшой скорости увеличился на несколько километров, на несколько раз. А жители Тверской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областей из-за непогоды какое-то время сидели без света. Аварии на электросетях кое-где устраняют до сих пор. В Москве к утру местами образовался плотный снежный покров. По словам синоптиков, за неполную неделю в столице выпало более 20 метров месячной нормы осадков. В одном из районов, предположительно, под тяжестью снега упало дерево прямо на припаркованный автомобиль. Аномальный снегопад привел к огромным заторам. К примеру, сейчас на МКАДе зафиксирована пробка длиной почти 24 километра. Стоит внутренняя сторона от Белой дачи до Ясенева. Ну а интернет-пользователи тем временем щедро делятся впечатлениями от погоды в сети. Что-то я совсем не поняла. Какой сейчас месяц? Откуда столько снега? Когда наступит тепло, не говорите, а то лыжами ударю, да? Такие майские праздники прошли, и наступила зима. С Новым годом! Непогода пришла и в Поволжье. Эти зимние пейзажи сняли жители Татарстана. Майский снег выпал сразу в 3 районах республики. По прогнозам метеорологов, холодно и снежно. Там будет как минимум до воскресенья.